Приморье участник судостроительного и судоремонтного кластера спустил на воду композитный катамаран класса «Тихоокеанский 108». Заместитель министра промышленности и торговли края подчеркнул, что компания «Кораблестроение и композиты» создана в этом году по инициативе губернатора. Мы очень надеемся, что пилотный проект, который мы сегодня с вами видим, станет основой для реализации проектов такого типа в будущем, в большом количестве, в серийном формате. И уверены, что это даст начало основе крепкого взаимодействия и промышленной кооперации с другими предприятиями отрасли, которые также будут участвовать в реализации этого проекта. Отрасль судостроения и судоремонта является одной из приоритетных в регионе. Для предприятий предусмотрены различные меры государственной поддержки. Мы субсидируем часть затрат предприятий по выпуску пилотной партии, в том числе такого рода продукции. Мы готовы компенсировать производственникам часть процентов по инвестиционным кредитам, взятых в российских кредитных организаций, субсидировать вопросы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Головное судно «Тихоокеанский 108» построено для развития туристических программ. За 2023-2024 год мы провели активную работу с отечественными заводами, получили практически готовые решения технические по замене отечественными двигателями, открыли для себя, буквально открыли возможности кооперации с предприятием Приморского края. Композитный катамаран уже передан заказчику и будет эксплуатироваться в Приморском крае. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.